Дороговизна кирпичных зданий в период 19 века. То есть и утюги, и самовары, все стоило вот очень-очень дорого. И, конечно же, не каждый мог себе это позволить. Кирпичный завод Якунчикова, Гребневская церковь, заезжий дом купца Сорокаумова. Лекция сотрудника Одинцовского историко-краеведческого музея впечатлила всех любителей истории. Проект «Краеведческие среды» собрал как взрослых, так и юных слушателей в библиотеке номер один. В этот раз пришли послушать про архитектурные памятники Одинцова 19-го, начала 20 века. Каждый человек должен знать свою родину, знать свою историю. Я думаю, что это важно для каждого, потому что мы же живем в этой среде и ходим и по улицам, да, и мне кажется, интересно, допустим, что здесь было раньше. Я, допустим, когда была маленькая, всегда интересовалась, меня интересовали всегда старые памятники, старые усадьбы. Увлекательный рассказ о Гребневской церкви проиллюстрирован фотографиями столетней давности. Это еще не все. Лектор привела малоизвестные факты про Одинцовский вокзал, историко-краеведческий музей и здание музыкальной школы, бывшую гостиницу купца Сорокаумова, поведала городские мифы и легенды. Встречи проходят у нас еженедельно, каждую среду в 19 часов. Это лекции с показом презентации, очень интересные рассказы. Проект «Краеведческие среды» стартовал в ноябре 2020 года и уже собрал постоянную аудиторию. Каждую неделю новый рассказ об Одинцовской земле. Знания должны быть доступными для каждого, уверены организаторы проекта, поэтому лекции совершенно бесплатны. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».